Гопи джана валабха, гривара дхари. Гопи джана валабха. Яшуда нандана, браджана ранджана, Яшуда нандана, браджана ранджана, Яшуда нандана, браджана ранджана, Ямуна чира ганачари, Ямуна чира, Ямуна чира ганачари, Ямуна чира. Джай Рада Мадава Кунджабихари, Рада Мадава. Гопи Джана Валабха Гиривараддари, Гопи Джана Валабха, Яшуда Нандана Браджа Джана Ранджана, Яшуда Нандана, Ямуна чира ваначари, Ямуна чира. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари, Хари, Хари Кришна, 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 Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама. Ram Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Rama Rama Hare Hare Шнупад Парамахамса Привраджа Качара Штатара Шата Шишма Табай Чаран Равинда Бхактиданта Свами Швепропада Ки Гранда Рачмат Бхагватам Ки Сама Ветта Бхатта Вринда Ки Слава собравшимся преданным, слава собравшимся преданным, слава слава всем всем собравшимся преданным. Джая Шиши Гуру Гауранга. Ом Нама Бхагавате Васудевая. Ом Нама Бхагавате Васудевая. Ом Нама Бхагавате Васудевая. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam. Naram Chiva Narottamam. Девим Сарасватим Вьясам Тато Джаямудираед Нашта Преша Бадришу Нитьям Бхагавата Севая Бхагавати Утама Шлоке Бхактир Бхавати Найштаке. Харе Кришна, дорогие преданные, мы продолжаем читать шестую песню Шримад Бхагаватам, которая называется «Обязанности человека». Глава 11, которая называется «Трансцендентные качества Вритрасуры», стих 22. Пумсам килай кантадьям сваканам. Пумсам килай кантадьям сваканам. Я сам паду диви бума урасаям. Я сам паду диви бума. Наврати ядвеша удвегадир. Наврати. Мада кали вьясанам сам праяса. Пумсам килай кантадьям сваканам. Пумсам килай кантадьям сваканам. Я сам паду диви бумаурасаям. Я сам Наврати ядвеша удвегадхир, мада калир вьясанам сампраяса. Пожалуйста, Прабху. Пумсам килай кантадьям сваканам. Я сам паду диви буя. Нарати я дыша удвига. Меда кали вьяса прояса. Пум сам кивайка. Мата же, пожалуйста. Пословный перевод. Пумсам
существам. Килай канта, извиняюсь, кила, конечно, эканта дхиям, обладающим развитым духовным сознанием. Ваканам, приближенным Верховной Личности Бога. Яга, которое сампада, достояние диви на высших планетных системах. Пумао, на средних планетных системах. Расаям, на низших планетных системах. На не рати дарует яд, от которого двешага недоброжелательность, удвигага беспокойство, ади возбуждение ума, мадага гордыня, кали вражда. Вьясанам, скорбь по утрате. Сампраясага, сампрая, чрезмерные усилия. Литературный перевод и комментарий у Божественного Милости Шрилы Прабхупады. Те, кто развивают в себе безраздельную преданность лотосным стопам Верховной Личности Бога и всегда помнят о них, завоевывают расположение Господа и становятся его помощниками и доверенными слугами. Господь никогда не одаряет такого преданного блестящей мишурой богатств, доступных на высших, низших или средних планетных системах. В сердце того, кто получает материальное богатство любого из этих трех миров, начинает расти ненависть, тревога, волнение, гордыня и враждебность к другим. Одержимый жадностью, он тяжело трудится, чтобы сохранить и приумножить свои богатства, а когда лишается их, испытывает невыносимые муки. Комментарий. Бхагавад-гите 4.11 Господь говорит: «Яят хамам пропаденте там статхайма баджамиагам, мама вартману вартанте мануша партха сарвашага». Как человек предается мне, так я и вас награждаю его. Каждый во всем следует моим путем, о сын Притхи. И Индра, и Вритрасура были преданными Господа. Вишну объяснил Индре, как убить Вритрасуру, но на самом деле Господь был гораздо милостивее к Вритрасуре, поскольку, погибнув от удара молнии Индры, Вритрасура вернется к Господу. В то время как победоносный Индра останется и дальше прозябать в материальном мире, но так как и тот, и другой были преданными, Господь каждому из них даровал именно то, чего тот хотел. Сам Вритрасура никогда не стремился к материальным благам, прекрасно понимая их природу. Накопление материальных богатств сопряжено с тяжким трудом, но в мире зависти и соперничества, даже сумев сколотить капитал, человек лишь наживает себе бесчисленных врагов. Стоит кому-то разбогатеть, как тут же его друзья и родные начинают завидовать ему. Поэтому своим беспримесным преданным эканта-бхактам Кришна никогда не посылает материальных богатств. Иногда преданному все же бывают нужны материальные ресурсы для проповеди. Однако средства проповедника имеют иную природу, чем собственность карми. В отличие от карми, которому богатство приходит по карме, преданному богатство посылает сам Верховный Господь, чтобы помочь ему в его служении. Поэтому собственность преданного невозможно поставить в один ряд с собственностью карми.
преданные используют свои ресурсы только для служения Господу и ни для чего иного. Я пропустил слово «все свои». Преданные используют не свои ресурсы, а все свои ресурсы только для служения Господу и ни для чего иного. Это дважды подчеркивает. Все и ни для чего. Конец комментария. О, Магена Тимиранда Ся, Генанжея Шалакая, Чукшурн Милитам Мина, Тасмай, Шри Гуравы, Намага, Банча Калпатрубеща, Крипа Синду Бейоча, Патита Нампавану Бео, Вайшнави Бео, Намо Намага. Господь установил такое правило, что только лишь милость пыли стоп вайшнавов, она дарует его общество. И он даже сам следует этому правилу. Он просит у пыли с лотосных стоп своих преданных. Вайшнавибхьо намо намаха. Да, это особая черта Шримад-Бхагаватам, произведение, в котором содержится история про Индра-Шатру, врага Индры, или Вритрасура. Вритра – это расширяющийся, растущий. Ох, какое имя! Но какие качества! Какой он преданный. Он рассказывает о том, что есть два типа смерти. Один – это уход йога, достигшего совершенства. И речь идет о бхакти-йоге. Йог, который достиг совершенства – это бхакти-йог. Это йог, который развил в себе любовь к Богу. И вторая смерть – это тот, кто убиваем на поле сражения, не оглядываясь, с поднятым подбородком. Он с радостью уходит за бравое дело на поле брани. Таких два славных вида показать, что финис карнат опус, конец делу венец. Во время смерти все ваши мантры, все ваше изучение, все ваши аскезы, подношения и так далее, они будут проверены. Поэтому говорится моменту мора, помни о смерти. Умри же сейчас, о брамачари. Все мы должны быть брамачарьев. Мы все должны действовать на уровне браман. И мы должны стать учителями этого. Что значит быть незатронутым всем этим? Будь же незатронут всем этим. Так сказал Бхактисиддханта Сарасвати своему ученику Равинде. У меня есть тоже такой друг маленький, который хочет быть учеником. Его зовут Аравинда. И он тоже такой, как темный лотос. Вот этому учит нас Вритрасура в течение своей жизни. То есть обрестите трансцендентные качества. Трансцендентные качества. Выходящие за рамки, вне этого всего. Здесь описывается природа мира. И Вритрасура, даже будучи в демоническом теле, он не попал под это влияние. Послушайте только, как все здесь неблагонадежно.
в сердце того, кто получил материальное богатство, любые из трех миров, растет ненависть, тревога, волнение, гордыня, враждебность другим, одержимый жадностью. Он тяжело трудится, чтобы сохранить, приумножить это. А когда лишается, он испытывает невыносимые муки. Но как заканчивается комментарий? Собственность преданного – это дар Господа, направленный на помощь в служении Ему. То есть для людей, которые не трансцендентны, которые не обладают этими качествами, которые не брахмачари, вот такая доля. Об этом Прабудха, один из девяти сыновей Ришабхадева. Ришабхадев – это правнук Свайамбхуваману. У Свайамбхуваману был Анидра, сын. У него был Набхи, а у Набхи был Ришабхадев, у которого было 100 сыновей. 81 стали учителями йоги, 9 возглавили 9 островов Бхарата-Варша, будучи кшатриями, 81 были брахманами, а 9 они стали учителями трансцендентной мудрости. И с ними встретился Ними, царь Айодхи, в свое время был. И он, общаясь с этими девятью от Прабудхи, услышал то же самое, о чем мы сейчас читаем. Прабудха ему рассказал, что всех одолевает зависть в этом мире к старшим. Одолевает зависть. С равными мы соперничаем. И поэтому даже достиг высших земных райских планет, мы вынуждены переживать боль утраты с этим обретением. И нас всегда, как царя, который и окружен своей свитой, преследуют завистники и соперники, желающие тебя опустить. Встречаемся с тем же самым, что на этой, что на высших планетах. Это 11.03.21. Почитайте эту беседу, листните в начало ее, подумайте, расскажите кому-то об этом, поразмышляйте. Это вопрос о том, стремиться ли к счастью в этом мире. Некоторые преданные до сих пор диспутируют на этот счет. Вот ответ. Беседа Ними и Прабудхи. Не ищите счастья в этом мире. Оно природа горя. Просто предайтесь лотосным стопам Господа. Учитесь у Вритрасуры. Учитесь у всех, кто обладал этими трансцендентными качествами. Счастье материального мира, оно не трансцендентно. Даже если мы внешне для кого-то несчастны, мы-то знаем природу нашей, так сказать, несчастной физиономии или печального положения. У тебя нет детей, нет образования, нет у тебя собственности. Но что есть? Есть Хари Кришна, 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 Хари, 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 Рам, Хари, Рам, 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 Хари, Хари. Есть Брахман. Есть жизнь в духе. Когда мы исполнены этого звукового вибрирования, когда мы живем в звуке. Вот что значит быть брахмачарией. Все члены нашего общества – это брахмачарии. Вчера мне один преданный сказал,
Ты что, не знаешь, что 90% нашего общества не следует четвертому принципу? Я говорю, да слышал, но что-то уже подзабыл. Спасибо, что напоминаете. Но я не верю до сих пор. И не верьте, преданные, и не поощряйте даже такие мысли. Выражайте почтение всем, как будто бы они всему следуют. И за счет этого у вас будет вера в то, что это можно делать. Можно жить на уровне Брахман. Какой самый духовный стих Бхагавад-гиты преданы? А? Где 6 раз упоминается это слово Брахма? Брахмарпанам, Брахмагавир, Брахмагну, Брахманахута, Брахмайматена, Гандавя, Брахма, Карма Самадина. Тот, кто полностью погружен в мысли о Господе, всецело отдает себя служению Ему. В таком акте все, что подносится, то, что принимается, а сам акт, он обладает той самой абсолютной духовной природой. Вот на какой стих надо медитировать, чтобы обрести эту трансцендентную природу. Погрузиться в памятование Господа. Тогда все, что мы делаем, обладает абсолютной природой подношения. То есть все будет принято, и все будет абсолютно духовно. И тогда легко следовать трансцендентным качествам Бритры. Давайте для начала, чтобы погрузиться в трансцендентные качества, выучим первые пять качеств Кришны и не остановимся же до тех пор, пока мы не выучим остальные и не будем забывать их. Давайте начнем первую субботу года с такого обета. Возьмем же на себя обет этот, да? Кто готов начать учить качество Кришны и не останавливаться? Есть Мукунда Гауранга первый, Матаджи, имен которых мы не знаем еще, вторые, третьи, четвертые, пятые. Евгений, он уже выучил все. Шьямананда Прабху тоже. Ну, большинство, это прекрасно. Сурамья Анга первая, да? Евгений, продолжай. Расскажи преданным, какие следующие качества. Су очень, Рамья, красивые части тела у него. Сурамья Анга, это первое. Второе, Евгений Прабху, давай. Давай, говори. Нитай Гуру Чандра, Джаганат Балдея Субхадра Майя Ки Джай. Второе качество – Сарваса Лакшана Анвита. Наделен всеми лучшими характеристиками, чертами. У него есть широкие части тела, глубокие, тонкие, короткие, приподнятые и так далее. Третье – Ова Мукунда Гауранга Прабху. Ручира, миловидный, тот, кто радует красотой, которая сродни сиянию. Глаз радует. Четвертое. Евгений. И пятое. Пожалуйста. Для Евгения это просто уже пройденный этап. Он любит о сороковых качествах говорить. Мукунда Гауранга пробовал. Четвертое, пятое. Он самый сильный, бальян, и он излучает сияние теджаса анвита. Анвита наделен теджаса сиянием. Но это немножко другое сияние, чем ручира. Это связано с его каким-то влиянием, могуществом, теджас. Окей, очень хорошо, что мы взяли на себя обет. Надо в каждой лекции брать понемножку, идти вперед, что-то брать для себя и нести это, и светить этим, делиться этим. Как делал Вритрасура. Кстати, он излучал такое сияние, что полубоги, они ретировали, убегали прочь, назад, двигались
он тоже сиял. Вы знаете, что в Украине есть музей под открытым небом, охраняемый Министерством культуры Украины, с воспоминаниями о демоне Вритре из Ригведа. Вы не знаете про такое? Это под Мелитополем, называется «Каменная могила». И там прям на их объяснительных картах, что где находится, под каким-то номером, я уже забыл, написано сюжеты из поединка Вритры с Индрой, описанные в Ригведе. И мы не нашли. Мы приехали туда, когда был снег, экскурсоводов не было. Нам и обещали их, но обещания не исполнили. Мы ходили по этим камням с риском смерти. Они были скользкие, снегом запорошенные. Где эти следы сражения Вритры и Индры? То есть, другими словами, у нас есть очень глубокая история. И очень все это авторитетно, вы знаете, даже на уровне правительства. Официальное слово. Как они толкуют, конечно, историю, это надо еще поверять. Но есть такие воспоминания о Вритре. И вот чему он учит. Он многому учит, но трансцендентные качества – это раз. Жить на уровне брахмана, жить на уровне вне этого влияния, материального богатства с ее ненавистью, тревогами, волнениями и так далее. Быть аравиндой, быть вне этого, оставаться в грязи, но не запятнанным грязью. Именно так благословил Бхактисиддханта Сарасвати своего ученика Абхай Чаран в 1933 году в городе Праяге, место слияния трех рек, некогда столица британской короны в Индии. Они назвали его Аллахабад. Может, это и не они назвали его Аллах, потому что это имя, связанное с мусульман, с вторжениями, ну, как правило, носящих культуру ислама. В этом священном городе Шрила Прабхупада получил это посвящение, и оно было вот такое оно было, трансцендентное. Он получил два сразу посвящения. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати давал сначала одно, а потом по проверке ученика второе. Шрила Прабхупада уже был пака, хороший, уже был проверенный, поэтому ему дали сразу два. Его первое наставление было изучать расу, бхакти расу, амрита синху, бхакти раса амрита синху. Нектар нетленный, амрита нектар, бессмертие, в этом контексте можно и так толковать. Океан синху, бхакти, раса, амрита, синху. Это нектар преданности, который мы изучаем. И не случайно Шрила Прабхупада его сделал одной из первых книг, доступной для нас. И он посвящал ее уже практикующим бхакти-йогу. То есть для людей, которые на улице, это не первая книга. Нектар преданности. Прабхупада говорит, для тех, кто уже практикует, намек погружаться в океан раса.
Тунгавидья Сакья, стоящая у нас на главном алтаре, слева самого, убранная в белые одежды, носящая воду из рек, возглавляющая этих подруг. Она знаток расы, знаток расы. И знаток 18 разделов вед, поэтому можно к ней обращать свои молитвы. Она слева из 10 персон на нашем алтаре в Майяпуре, в нашей штаб-квартире, в нашем главном алтаре. Два года спустя, в 1935 году, кстати, если вернуться сюда, в 33-й, в Праях, то дело было во время закладки соната на Гаудия Матха. И Шрилу Прабхупаду предложили в качестве президента. Бхактисиддханта посмотрел, послушал, говорит, да вас хватает. Нормально, справляйтесь, продолжайте. Он еще сделает свое дело, он помог вам, он хорошо проповедует, да, вы говорите, играет, поет, собирает пожертвования, да, общается с людьми хорошо, влияет, да. Хорошо, пускай он остается. Он сделает еще много, не переживайте. Они хотели, давайте президентом его, давайте. И за месяц до этого Бхактисиддханта Сарасвати обратил внимание на этого Абхай Чаран Бабу, или Абхай Бабу, как его называли, в белом, который приехал на парикраму. И в отличие от других, желающих понять Кришну глазами, а не ушами, он не пошел на парикраму, на некое удивительное божество Шешанаги, Нараяны, лежащим на Ананте, в причинном океане. Я специально поехал туда посмотреть, что ж это за божество такое, что ж это за место. В общем, ехали мы по полям часа полтора. Пыль, горчица слева-справа, людей никого. Мне говорят, шо, куда мы едем, чё мы едем? Я говорю, это место, где Шрила Прабхупада слушал. За что его отметил учитель, как тот, кто любит слушать до конца, дослушать и способен услышать. Это очень тоже важно. Слушать, слушать, слушать можно, но надо же еще и услышать. И мы приехали. Ну да, там большое озеро. Интересующиеся гостями местные ребятишки. Взрослых я так, кроме пару человек, и не увидел. И маленький алтарь среднего храма, на котором маленькое божество Шешанаги. Ну, думаю, нормально. Вот это божество Шрила Прабхупада не пошел смотреть, он остался слушать своего учителя. Даже объявили, интересно, объявили, что мы можем пойти на парикраму, можем продолжить слушать лекцию. Им меньшее количество осталось слушать. Такое уж непочтение к учителю. И Бхактисиддханта Сарасвати именно за это его так отметил. Он сказал на инициации, о, Абхай Чаран, он любит слушать. И поэтому такое отношение. А на Радакунде в 35-м Бхактисиддханта Сарасвати уже сыну, по-моему, это был Вриндаван, младший сын, подарил жакет, и уже Абхай Чаран Аравинда, именно это дал имя ему Бхактисиддханта Сарасвати, Аравинда, лотос. И неудивительно, вернее, удивительно, наверное, лучше сказать, это загадка такая, что в нашем поклонении во время утренней службы, после каждого куплета, Ванде Гурох Шри Чаран Аравиндам. Чаран Аравиндам. Хорошо знать, что Гуру Ваштака, утренняя служба, она посвящена именно
Шриле Прабхупаде. Не нашему духовному учителю, а учителю наших учителей. И хорошо медитировать на это Аравинда. Оставайся незатронутым всем этим. Будь трансцендентным к происходящему. Часто так слышно какие-то недовольства. Кто-то кем-то, кто-то всеми, все кем-то. И они рассказывают об этом. И ты им говоришь, давай по Кришне поговорим. И вот если есть силы переключиться, есть решимость поговорить о Кришне, вот там-то и находятся эти все качества, которые нам так важны, чтобы мы сосредоточились на Кришне и оставались незатронутым всем происходящим. Ибо если мы не утвердились в духе, нас будет одолевать все, что здесь. Тревога, ненависть, гордыня, враждебность к другим. Это все материальные неизбежные качества. Но человек духовно тверд, даже если он хотя бы просто одухотворен, он не затронут всем этим. И тогда на Радхакунде, на этом главном месте омовения священных слез Божественной Читы, Рады и Кришна, в этом самом главном месте омовения Бхактисиддханта Сарасвати Такур и Абай Чаран Аравинда, прогуливаясь в месте слияния с Ангом Радхи и Кришна непосредственно, в жидкой форме, они разговаривали о том, что многие не поняли миссии Бхактисиддханты Сарасвати. Они ссорятся за положение, они делят комнаты. Им не важна уже миссия, которая заключалась в проповеди, в том, чтобы передавать, делиться, распространять культуру. И он говорит, агур джвалбе, будет пожар, амар ичхачила кучи байкарана. Вроде что-то такое на Бенгале произнес Бхактисиддханта Сарасвати Такур. Он сказал, была бы моя воля, я бы все ресурсы трансформировал в издание и распространение книг. Этот мрамор, он не нужен на этих стенах. Я бы его поснимал и использовал бы для проповеди. Поэтому, когда у тебя будет возможность, ты, пожалуйста, издавай и распространяй книги. И не оставайся затронутым всем этим. Он такую фразу сказал. Оставайся незатронутым всем этим. Аравинда. Более близкое к этому смыслу название лотоса – это панка джа. Из грязи панка, рожден джа, панка джа. Но красив, чист. Поэтому он ему сказал, пребывая в грязи, оставайся чистым. Такая тайна этого имени Аравинда. Но он добавил, он его хотел видеть как носителем имени Абхай Чаран Аравинда. То есть это тот, кто, предавшись стопам бесстрашного, обрел эту способность оставаться чистым. Потому что реально духовная жизнь, она немножечко навеивает страх. Даже брахмачари, которые долго практикуют, они иногда начинают переживать. А кто меня будет поддерживать? А где я буду жить? А как я буду зарабатывать? А я стану старым и никому не нужным. А пенсии нет. Вот этот страх, он есть. До тех пор, пока мы не утвердились твердо в служении лотосным стопам, не достигли ништхи, непоколебимой убежденности в то, что просто служа Господу, мы достигаем всего совершенства.
Этому учил Шрила Прабхупада, уходя из этого мира. Но, к сожалению, или к счастью, что не сейчас, но к счастью, что в следующий раз мы обязательно встретимся, и перед нами будет тема, которая будет нам напоминать о том, что мы договорились поговорить об уроке, который Шрила Прабхупада своим уходом, из жизни нас учил. Я буквально перед лекцией думаю, а чему учил Шрила Прабхупада? Вритрасура говорит о двух видах ухода из жизни, о которых мы начинали в этой лекции. Это главное, о чем мы должны думать в течение нашей практики. Момент умора. Как я буду уходить? Готовиться к последнему экзамену. Именно так назывался фильм об уходе Шрилы Прабхупады, как он уходил из этого мира, оставлял это тело, последний урок. И чему он учил? Он учил многому. За этот урок он многому поведал. Это тоже очень интересно. Можете тоже подготовиться, почитать Прабхупада Лиламриту в конце. Чему он учил? Он говорил, я хотел оставить еще это, и я хотел вас научить этому и тому. А что говорили ученики, чему он учит? Это очень прекрасно. На этом я остановлюсь, ибо есть же еще ваше время. Пожалуйста, ваши дополнения, вопросы. Я хотел спросить. И Шьямананда тоже хотел спросить, но Мукунда Гаврала был первым. Готовится Шьямананда Прабху. Я готов уступить. Готов уступить. Он готов. Преданные вчера обсуждали, что есть черты характера Кришны, Дхирадатта, Дхиралалита, Дхирапрашанта и Дхирадатта. Дхатта и Датта. Дхиралалита – это тот, кто очень романтичен. Дхиралалита. Дхирашанта – он очень умиротворен. Соответствуют ли они качества? Как вы говорите, Шриман Прабху? Соответствуют ли они качеству? Вот это называется «Изучайте Бхакти Расамрита Сингху». Я уже не смог одному исследователю из академического мира, который пишет статью по каждой песне Шримад Бхагаватам. Он сказал: мы дойдем до конца. Мы подготовим 12 статей по каждой песне Шримад Бхагаватам. А сейчас он немножко отвлекся и заканчивает статью. Вчера говорил, уже черновик готов показать, йоги и йогини в Бхагавата Пуране. Ибо он посещал одну конференцию такую мировую по йоге и говорили, но шо вайшнавы, они поют и танцуют, а потом едят. Есть ли у них вообще йога? И он так сидя сказал, у вайшнавов йога, высочайшая йога. И он как-то взялся убедить их. И вот доктор наук авторитетно, как судья в суде, напишет о йогах и йогинях в Шримад Бхагаватам и скажет, ребята, посмотрите на этих йогов и йогинь. Есть ли у них йога? И вот я уже жду этот черновой вариант. Шьямананда Прабху, он тоже спросил, а в Ватсалья расе есть радость и печаль? Кунти Деви, она при уходе Кришны печалится. А есть ли там радость? Говорю, что вы знаете? Он говорит, знаю 5 главных и 7 второстепенных настроений в служении Господу. И у меня так, знаете, так... Он знает цифры. Естественно, он там 7 этих второстепенных не знает. Надо знать характеристики, присущие каждой. Но это уже радует. И я сказал, я вернусь, обязательно посмотрю. О
Это называется раса абхаса, о сочетании настроений. Я вот не, я предполагаю, что мы уже дозрели до того уровня, когда мы начнем изучать не только восточную волну, ну, или западную. По-моему, мы изучаем западную волну на нектаре преданности. Я уже немножко подпылился. Но есть еще восточная, южная и северная части Бхактирасамрита Синху. Мы только четверть изучаем на нектаре преданности. На Бхактивайбхаве следующую четверть должны изучать. На Бхактивиданте еще четверть. И на Бхактисарвабхаума последнюю часть Бхактирасамрита Синху. Ну, раз есть эти вопросы, то надо их для себя прояснить. Я вот сам ему не смог ответить. Это называется расабхаса. Это надо открыть Бхактирасамрита Синху, и там пишется, что радость, она может не соответствовать там с горем, а печаль, она с предвкушением. То есть это глубокая тема. Помню, это было где-то в 2001 году. Мы, закончив Бхакти-шастры, начали изучать Бхакти-вайбхаву. И в рамках этой Бхакти-вайбхавы был у нас этот кусочек Бхакти-расамрита-синху, где мы изучали расу. Это только начало раса. Из пяти компонентов состоящая: вибхава, анубхава, сатвика-бхава, санчари-бхава, стхай-бхава и преданных. Очень поредело. В аудитории было очень мало студентов, потому что это нелегко. Ну и тем не менее, нас выпустили. Нас было очень мало, но этого больше не продолжалось. Преданные, похоже, надолго. Я не знаю, как сейчас, но перестали изучать. Поэтому вопрос я не смогу раскрыть, но в частной беседе мы его раскроем, Шамананда Прабху. Обещаю, что мы начнем изучать этот вопрос. Спасибо вам за то, что вы нас толкнули в этом направлении. Мукунда Гауранга Прабху. Времени, к сожалению, у нас официально нет, но только если вот овощи еще не нарезаны, то есть. Вот. Можете стих прочитать? На санскрите или сразу русский? Те, кто развивают в себе безраздельную преданность лотосным стопам Верховной Личности Бога и всегда помнят о них, завоевывают расположение Господа и становятся Его помощниками и доверенными слугами. Спасибо. То есть, получается, те, кто всегда помнят о них, да, и развивают к ним привязанность. А это же как бы по милости Господа дается помнить о нем и привязанность к нему получить. Я, например, хочу развить привязанность и всегда помнить, а не получается. А он дает себя только тогда, когда мы развиваем привязанность и помним. Что ж тогда делать? Мукунда Гауранга Прабху, он как Махараджа Парикшит, он горит задавать вопросы. Я прочитал лишь первое предложение стиха, и он уже... Поэтому я, ну, как бы, просьбу его исполнил настолько, насколько он хотел. Да, это по милости Господа. Вот интересно, что милость, она так же, как и любовь. Это, в принципе, синонимично. Я очень хочу изучить вообще философию языка. Не доходит время, но есть такие даже предметы у философов, философия языка. Они изучают это формально полгода. Представьте, первое слово это было Хари Кришна, 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 Хари, 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 Рам, Хари, Рам, 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 Хари, Хари. То, что мы называем Ом, то, что Шрила Прабхупада называет звуком флейта. Звук флейта. И это милость. И любовь, они как синонимы, исходящие из одного слова, синонимы, потому что изошли из одного слова, из одного звука, это Рада Кришна. И это по милости. Поэтому
Билвамангала Тхакур в своей Кришна Карнамрите, он говорит: «О Господь, пролей на меня свой милостивый взор». То есть он просит, чтобы этот взор был пролит на него, за которым следует звук твоей флейты. То есть это за звуком святого имени. За милостью следует звук флейты, звук Хари Кришна Махамантры. И это говорит о том, что мы должны просить милости слушать этот звук. И так мы сможем услышать. И это источник всех трансцендентных качеств. Это источник всех качеств. Слушая, прося о том, чтобы Господь позволил нам слушать это имя, услышать. И тогда мы осознаем, ну, трансцендентную природу своего бытия. Для меня было открытием, когда я узнал флейту, именуемую Атмаджна, душу Атмаджна знающую. Я подумал, что значит это название, что в имени этом. Это значит, что слушая, услышав звук флейты святого имени, мы узнаем себя, трансцендентного по отношению ко всему этому. Поэтому надо учиться, надо поднатореть, набраться опыта, звучать. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама. Каждым кончиком, каждой клеточкой тела и непрерывно. Жить в звуке, быть брамачари, как учит этому здесь Вритрасура, как учит Шрила Прабхупада, будучи Аравиндой. Я в том направлении отвечал. Да, звук – это первый Кришна. Кришна к нам приходит сначала в имени. Его гарба – сута гриха, место рождения сута, сута гриха, лона, деваки. Для нас это святое имя. Где он рождается? В имени. Из имени, когда мы сосредоточены на имени, как можно глубже. Кто-то говорит о форме, кто-то говорит о звуке, о цвете, о барамате, ибо это сам Кришна. Он раскрывается нам в форме, потом мы, повторяя Харе, мы встречаемся уже с формой Радхи, не с именем Харе. Кришна, о, форма Кришны. Это уже на уровне ништхи происходит. Глазами ума видеть Кришну, а потом качество Кришны. Харидас Такур на Мачаре, Харидас Такур, он говорит Господу Читани, что я забываю о тебе. И он приводит пример Кунти, она помнит там, и приводит других преданных, что они постоянно прохлад, он постоянно помнит тебя. А я забываю, он наш на Мачаре воспевает святое имя со вкусом, да, чисто. Это он из-за смирения говорит или... Ну, будучи ачарьей, он должен учить. Шрила Прабхупада, он был свободен от всего этого, он не принадлежал. Он говорит: я принадлежу Кришне, преданный, вы меня хотите оставить здесь, я уезжаю проповедовать. Он планировал, обещал, а потом говорит: никаким планам не принадлежу. Точно так и намачарья, будучи учителем, он должен учить, как Шрила Прабхупада учил. Он мог бы уйти и не проповедовать, но он учил проповедовать, он давал простые азы преданным, даже уходя, огуни благости учил. И намачарья тоже должен это делать. Вот один аспект – это то, что он учит, тому, что ум уходит. А можно поразмышлять в направлении, ну какую-то толику, отвлечение, да, есть. И потом, какой Кришна уходит? Я забываю, о чем. Он медитирует на деяния Кришны, да? И в этих деяниях он где-то там отвлекается, ну, не туда. И у него такой вот высокий уровень забывания. Он там спускается на 5 минут назад или на 5 минут вперед в деяниях, когда там что было.
Мы же спускаемся порой в помойную яму какую-то. Мы повторяем, повторяем, и потом раз. Ой-ой-ой, 30 лет назад, работая на заводе, в каком-то цехе. Как некоторые преданные говорят, бывают воспоминания там про армию 40-летнюю. Ух. Но Намачарья Харидас Такур, наверное, вот он в этих рамках забывает о Кришне. Если так попробовать поразмышлять. Может, вайшнави хотели бы что-то дополнить, какие-то вопросы есть у них? Рамешвара Прабу. Хороший вопрос. Я его озвучу для преданных слушающих трансляцию, что иногда неинтересно изучать качество Кришны. И надо, несмотря на это отсутствие интереса, их изучать или ждать, пока придет желание их изучать. Да, ничего не забыл? И на каком этапе мы наслаждение от качеств? Уже выученных или от изучения размышлять. Сначала надо в нами, в имени утвердиться. То есть надо научиться повторять, вибрируя, слушать имя и оставаться в этом качестве. Потому что иногда мы просто даже раз и... Говорим в уме повторяю. Но и в уме тоже немножко отвлекаемся, спим. Поэтому надо научиться, как Шрила Прабхупада говорит, не пропускать, не шипеть, языком и губами повторять. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари 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 Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари 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 Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари 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 Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Не глотать вот так вот. И вспоминать, что Кришна стоит с флейтой на алтаре вот так. Стопа его так, одежда его такова, гирлянда его такова, глаза его таковы, брови таковы. То есть он такой, ну, хотя бы такой, как на алтаре у нас, да? Алтарь вспоминать. Часто преданные говорят, а в каких одеждах сегодня божество? И оп, вопрос. Олег Прабу, в каких одеждах сегодня божество? Цвет. Цвет какой? А короны какие? Ну, это один из примеров. Меня тоже так споймал преданный. Я такой говорю, я был на Мангаларате, на приветствии божеств. Ну, там разный цвет, конечно, и я не помню. Он спрашивал после приветствия, какие божества. Я не помню. Ой, думаю, что ж мы смотрим постоянно на божеств? Одному преданному вопрос. А как Кришна стоит на алтаре? А он живет в храме, где Радхамадхава. И сколько он уже? Ну, минимум там 3 года. И он раз, левую стопу ставит перед правой. И руки не в ту сторону, где у Кришны на алтаре. И другие сидят и смеются, и говорят, да посмотри, вон изображение. И он раз, поворачивается, и правда, ему так немножко неловко. Он ставит руки так, как Кришна, ноги, как Кришна. Ну, это немножко о рассеянности говорит, но когда наше сознание, другими словами, уже более собрано, когда мы о форме можем помнить, о форме, тогда уже приходит время о качествах помнить. Вот так официально.
Но если у нас есть желание раньше помнить о качествах, то можно это делать. Но не забывать, что мы должны в имени и в форме тоже утвердиться. То есть можно это делать параллельно, можно менять последовательность, но обязательно надо, даже если вы сейчас уже на Бхакти Вайбхаве, изучаете Шримад Бхагаватам, надо знать Бхагавадгиту, ее суть, ее цель, ее знание в четырех шлоках, все веды в Бхагавадгите, заключение Гиты, стихи повторяющиеся и так далее, хорошо знать, название глав, связь их. А иначе немножко недобросовестно подходим, непоступательно. А когда к нам приходит вкус на уровне ручи, мы утверждаемся благодаря тому, что мы изучаем Кришну. В его форме мы на уровне ништхи видим его глазами ума. Бхактинода Такур говорит, ништха – это видеть Кришну глазами ума. То есть это еще не спорите, явление его в сердце. Это просто вы, вы внимательны, спокойны или чисты. Это синонимы. Или даже еще чистота имеет такой синоним, как освобождение. От чего освобождение? Чистота освобождения. От грязи, да? Когда у вас нет страсти и невежества, вы хотя бы в благости духотворенной, вы видите Кришну глазами ума, видите все, как говорится, более ярко. Это я вчера читал стих из Чайтанья Чаритамриты. Это называется «Сладость и величие Господа». И там говорится, что в этом процессе памятования о Господе вы переживаете тактильное восприятие, звуковое восприятие, вкусовое, вкус и даже аромат вы воспринимаете. То есть вот это то, что будет сопутствовать форме. Ибо форма Господа, она имеет все это. И качества, они будут накладываться на эту форму. Когда вы смотрите на нее, вы, естественно, говорите «Ручира». О, прекрасно наделяющий нас способностью видеть свою красоту. О, сложенный в трех местах. Фактически это синонимы. Форма и качество. Если мы знаем эти качества, то, памятуя о форме, мы будем сопровождать ее качествами. И если мы знаем качество, мы будем уже понимать о форме Господа. Поэтому Шрила Прабхупада часто говорит, что это параллельно происходит. Имя, форма, качество и деяния, они параллельно пробуждаются в нашей духовной жизни. Но последовательность, официальная, как правило, такова. Имя, форма, качество, деяния и так далее, и так далее. Окружение, обитель, сезоны. Вот Рамешвара Прабху ответ короткий. Если нас просят изучать качество, но нам не хочется, а просит старший. У этого старшего есть некое полномочие просить вас. Или вы студент того предмета, который изучаете, и он ваш учитель официальный, он просит вас, надо изучать. Значит, вы уже созрели к любви из чувства долга. Это вайди садхана. Вкуса нет, но нам говорят, что надо делать. Мы делаем, и мы получаем спонтанную преданность, когда нам это уже нравится. И нравится нам будет изучать и помнить о них на уровне вкуса ручи. Ручи – это уже, когда нам это приносит безграничную радость.
И на уровне вкуса Кришна пробуждается уже в качествах. Если на ништхе в форме, то на руче это будет уже качество. Да, и, ну да, это тоже прекрасное дополнение. Но вот я обращал внимание на цитату моего духовного учителя о том, что на уровне ништхи мы видим Кришну глазами ума. Может быть, надо провести параллели. Может, речь о твердой ништхе, которая переходит во вкус. А, фактически это правильно. То есть ништха это и ручи, и сакти, и добавы, это все называется ништха баджана крия. До ништхи, до намы. Вот как вы дополнили, ништха это нама, ручи это рупа. До этой ништхи, до намы, а ништхи это баджана, когда у нас и намы нет. Мы садимся, а намы нет. Мы встаем, вроде как бы нама есть. Мы повторяем устами, да? Проснулись. Фактически есть только два этих этапа садхана бхакти, что до бхава бхакти находятся. Это ништхи это и до него начинающая ништхита. Поэтому это правильно. Рамешвара Прабху, то есть, говоря, что на уровне ништхи Кришна проявляется в уме пока что, глазами ума, мы имеем в виду и ручи, и асакти. Понимаете, да, это? Ну что, у нас была задача до завершения овощей говорить. Это не я решил так долго говорить. Это преданные, которые готовят овощи, попросили говорить до этого момента. Уже заканчиваем, да? А мы продолжаем размышлять, вопрошать и записывать свои вопросы, у которых должно быть после лекции... Их должно быть. У кого сколько, но вопросы должны быть. Запишите свои вопросы и найдите на них ответы, пожалуйста. Шабрупада ки джай. Трансцендентные качества вритрасуры ки джай. Слава собравшимся преданным. Гранрачимат бхагаватам ки джай.